Привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня представляю вам мой рейтинг топ-5 дистрибутивов для начинающих пользователей. На 5-м месте у нас Linux Deepin. Это очень красивый и очень сбалансированный дистрибутив. За основу было взято оформление macOS и переосмыслено, ну, скажем так, китайскими разработчиками. Основные элементы — это докбар и боковая панель, с помощью которой осуществляются, в принципе, все основные настройки и так далее. На этой панели все иконки интерактивные, мы видим, мы можем наблюдать всякие регуляторы, переключатели, календари и так далее. Также есть запускатор приложений, да, как в Ubuntu открывается список со всеми имеющимися приложениями. В базе у нас есть очень много различных программ, различных утилит, ридеров и так далее. Браузер Chrome, офисный пакет от Kingsoft Office. В общем, все здесь круто и все здесь очень хорошо, дорогие друзья. Вот. В общем, я думаю, любым софтом можно пользоваться здесь, все очень хорошо и очень круто. Имеется также у нас здесь менеджер приложений, где вы можете скачивать различные приложения совершенно бесплатно. Там есть, конечно, платный контент, но его очень мало. Тем, собственно, и славится Linux дистрибутивы, что здесь софт бесплатен. Давайте рассмотрим менеджер приложений. Здесь у нас, собственно, на стартовой странице топ приложений, там различные VirtualBox, Skype, Firefox и так далее. Также вы можете воспользоваться поиском, либо найти нужное вам приложение по категориям, которые находятся, собственно, слева. По иконкам можем осуществлять навигацию. Мы видим, что FileZilla, Chrome, TeamViewer, в этом магазине есть все, что нам нужно. Уже давным-давно прошли все те времена, что можно было сказать, что на Linux нет софта. Это не так, друзья. Вот. Данная операционная система, данный дистрибутив потребляет очень мало оперативной памяти, вы только что могли увидеть. Имеется очень удобный файловый менеджер, навигация по вашей файловой системе, ну, собственно, само удовольствие. Вот. Все приложения выполнены в одном стиле, очень красиво и лаконично. Например, приложение музыки, вы сейчас сможете наблюдать, какое оно красивое. Так, нажмем старт. И, ну, в общем, чем-то похоже на старый добрый Winamp. Все очень круто и со вкусом, а главное, удобно. Данный дистрибутив не зря я добавил в топ. Он имеет очень логичный и понятный интерфейс и подойдет любому новичку. Вам не нужно юзать консоль в большинстве случаев. И здесь очень приятный пакет приложений на все случаи жизни, от видеопроигрывателей до офисного пакета. В принципе, вам ничего не нужно доустанавливать, а чего нету, ну, собственно, видеоплеер, да, очень красивый и удобный. Отвлекся, собственно, чего не будет у вас установлено со старта, вы всегда можете подгрузить с магазина приложений все нужные вам программы, благо это все возможно, в магазине очень много нужного софта. Также мы видим, здесь присутствует очень удобный режим работы с несколькими рабочими столами. Так вот можно переключать, добавлять и удалять данные рабочие столы, перемещать приложения на другие рабочие места. В общем, все как в macOS, все очень красиво и очень удобно. Главное, бесплатно, друзья. Данный дистрибутив может установить себе любой человек, было бы только желание. Вот. Также, да, напомню, что в некоторых иконках есть дополнительные действия. Также откроем панель. Все настройки осуществляются в этой боковой панели. Все распределено по категориям. И максимально просто и удобно с помощью графического интерфейса можно осуществлять любые настройки в системе. Будь это, ну, базовые настройки пользователя, там, да, что-то, иконку поменять, там, я не знаю, там, либо настроить тот же дисплей, то есть все интуитивно, понятно по категориям, думаю, доволен останется каждый. Это было 5-е место, Deepin Linux,
все здесь красиво, хорошо, качаем, пользуемся. На четвертом месте у нас Zorin OS. Данный дистрибутив разработан на базе Linux Mint, который в свою очередь разработан на базе Ubuntu. Здесь разработчики пытались повторить успех интерфейса Windows 7. Данный дистрибутив, опять же таки, имеет очень удобный файловый менеджер и очень удобную оболочку. Да, у нас есть и предосмотр окон, то есть все то, что было в Windows 7, здесь максимально пытались повторить. Меню пуск тоже максимально похоже на меню пуск Windows, вы можете видеть, да, то есть менеджер браузеров, вы можете установить любой браузер сразу же из этого приложения, то есть ничего не нужно искать, все есть. Все приложения расположены по категориям, есть офисные пакеты. Также вы можете переключаться между различными интерфейсами. Есть стили оформления Windows 7, Windows XP и гномовский интерфейс. Мы видим, да, сейчас все поменялось. В системе очень приятная и плавная анимация. То есть это плюс и это очень хорошо, если ваша система работает быстро и плавно. И, в принципе, стандартный интерфейс Gnome Shell, да. Вот, то есть на выбор пользователя любому новичку будет очень все понятно. Ну, мне уже больше всего нравится интерфейс стилизирован в стиле Windows 7. То есть основные элементы управления системой — это нижний бар, меню пуск, пожалуйста, файловый менеджер и в меню пуск, то есть все приложения по категориям. Также можно менять здесь не просто стили оформления, можно менять здесь и темы, друзья. Можно там поставить, допустим, темный какой-то прозрачный интерфейс, и все будет хорошо. То есть систему можно настроить под свой вкус, и все работает очень быстро, стабильно, а главное, интерфейс очень дружественный для пользователя, и все очень круто здесь. Радует и набор софта, и интерфейс, как все шустро, быстро работает, то есть и глазу приятно, и работать удобно. Также вы можете кастомизировать меню пуск под себя, все, что вам только вашей душе пожелает, различные темы, различные способы отображения. Пожалуйста, то есть если заморочиться, можно настроить систему полностью под себя. И главное, все это осуществляется с помощью графического интерфейса, то есть любой пользователь сможет все сделать без проблем. То есть это максимально дружественный дистрибутив для новичка, для любого пользователя. Как-то так, друзья. То есть мы видим, да, все меняется очень быстро, шустро. И главное, работает без различных тормозов и глюков. Вот такие вот дела. Такое у нас было четвертое место. Запоминаем Zorin OS. Linux, который повторяет стиль Windows 7. Максимально удобный и простой дистрибутив для любого новичка. Если вы до этого использовали Windows, вам будет перейти несложно. Главное, все просто и понятно. На третьем месте у нас, друзья, один из самых красивых дистрибутивов Linux, Elementary OS Freya. Данный дистрибутив повторяет концепцию дизайна macOS. Здесь все очень красиво и очень круто. Нас здесь приветствует нижний бар, удобная панель управления, прозрачный верхний бар с различными иконками, пиктограммками. Система очень плавная, с красивой и удобной анимацией. А главное, работает достаточно просто, и интерфейс данной системы будет понятен любому пользователю. Все максимально просто и удобно. Всем вам рекомендую, друзья. То есть здесь вот чего только стоят эти красивые обои, да. Здесь вот, ну, одно удовольствие работать с данным дистрибутивом. Давайте поставим какую-то более привлекательную обоину, чтобы такого выбрать. Ну, наверное, эту. Мы видим, все очень плавно и красиво применяется. Да, можно здесь различные настройки касательно интерфейса, можно настраивать горячие углы, все это здесь есть. Я думаю, это все будет полезно вам.
И опять же таки панель управления простая, и ею сможет пользоваться любой новичок. В верхнем баре вот эти все пиктограммки, они интерактивные. Меню сессии, там громкость, раскладка, звук и так далее. Основным элементом есть вкладка приложения, можно по категориям, можно сразу, да, по вкладкам. И в этой вкладке находятся все ваши установленные приложения. Установленных приложений здесь, конечно, немного, как в других дистрибутивах, которые мы до этого обозревали. Но здесь есть всеми нам хорошо известен менеджер центр приложений Ubuntu, с помощью него можно установить любое приложение. Здесь также очень удобный файловый менеджер, красивый и очень функциональный. Реализована работа по вкладкам и вся ваша, ну, то есть быстрые каталоги слева, там можно все очень удобно. Также здесь реализован очень крутой режим работы с несколькими рабочими столами. Давайте откроем приложение, допустим, браузер, файловый менеджер. И таким образом мы можем осуществлять навигацию между рабочими столами. Также, дорогие друзья, все ваши запущенные приложения с помощью простого клика мышки можно переносить между различными рабочими столами. Скажите же, удобно все-таки, потом просто переключаемся и все очень круто. Также здесь очень хорошо реализована работа с горячими клавишами. С клавиатурой все можно очень хорошо использовать. Посмотрите полноценный обзор, в нем я подробно рассказывал об этом. Так, ну вот такая вот Elementary OS, это одна из самых красивых операционных систем Linux, максимально простая и понятная любому новичку, а мы продолжаем. На втором месте у нас Kubuntu, это в принципе тот же дистрибутив Ubuntu Linux, но с интерфейсом KDE. Он в чем-то похож на интерфейс Windows, с основным элементом являются виджеты на рабочем столе, нижний бар с своеобразным меню пуск, скажем так. На первой вкладке отображаются ваши favorites, ваши любимые приложения, которые вы закрепили. Далее во вкладке приложения applications все установленные приложения по категориям. Также места, куда можно попасть, там компьютер и так далее, меню сессии, ну то есть все очень просто и понятно. Вот в данной системе максимально удобно работать с виджетами, их можно размещать на различных рабочих столах и всячески с ними взаимодействовать. Вот, допустим, есть меню, да, можно добавить виджеты, можно, ну, в общем, организовать работу с этой оболочкой. KDE очень удобная и простая оболочка, с которой, ну, среда рабочего стола, с которой очень удобно и хорошо взаимодействовать. Здесь множество всяких различных настроек и так далее. То есть все очень хорошо структурировано, и опять же таки любой новичок разберется со всем этим. То есть можно настраивать панель, добавлять там всяческие новые иконки, пиктограммки, все здесь есть, все максимально просто, все настраивается, ну, там все вот эти вот иконки интерактивные, да, нажимаем на часы, получаем календарь, все стильно, все очень хорошо прорисовано, плавная анимация, это довольно-таки хороший дистрибутив и современная операционная система. Множество даже опытных юзеров любят KDE за то, что он имеет множество различных настроек, плавную анимацию и довольно-таки надежную работу. Да, ну то есть мы можем видеть, что на нижнем баре там всяческие меню, там с подключениями и так далее, все очень просто и знакомо. В принципе, практически так же, как и в том же Windows, но немножко логика изменилась. Я думаю, данный дистрибутив однозначно заслуживает вашего внимания и не зря он занимает второе место в нашем топе. Вот. Мы видим, да, можно там и громкость настраивать, все, что ваша душа пожелает. Также здесь очень удобная панель управления, множество категорий и множество настроек. Каждый разберется и сможет настроить все для себя. Это было Kubuntu, второе место. Первое место у нас с вами, дорогие друзья, Ubuntu, собственно, дистрибутив, на котором и основаны все ранее перечисленные дистрибутивы.
Это одна из самых популярных операционных систем. Основным элементом являются боковой бар с закрепленными любимыми вашими приложениями и меню Unity, где располагаются на домашнем экране все приложения, файлы, с которыми вы взаимодействовали. Есть также меню, можно настроить сортировку, отображение и так далее, поведение. Далее вкладка приложения, то есть недавние и все ваши установленные приложения, также недавние файлы, папки, видеофайлы, пожалуйста, аудиофайлы и различные фишки из социальных сетей, если я не ошибаюсь, сюда можно закреплять. То есть боковое меню, верхний бар, который тоже является интерактивным, здесь есть различные менюшки, меню сессии, да, там можно переключить пользователя, завершить сеанс, посмотреть информацию о операционной системе и так далее. Также, да, нажимаем на часы, получаем компактный и удобный календарь, меню громкости, сетевой менеджер также рядышком расположен, если кому интересно, то есть если у кого ноутбук, можно настроить питание или смотреть статистику здесь. Меню раскладки, можно либо выбрать язык, либо переключить. Сетевой менеджер, в котором можно выбрать Wi-Fi сеть, либо локальное подключение. Ну и, собственно, приложение, через которое я записываю данное видео. Опять же таки, Ubuntu имеет очень удобный файловый менеджер. Ему имя Nautilus, и мы видим версию, да, сейчас я вам показал. Все основные элементы находятся слева. Каталоги, куда можно перейти, либо устройства, носители, куда можно быстро перейти. Также места в сети. Все очень красиво и удобно расположено. Главное, функционально. Все очень плавно и удобно работает, то есть Ubuntu — это максимально удобный и оптимизированный дистрибутив с хорошим интерфейсом и максимально понятным, то есть любой пользователь, любой начинающий, я думаю, очень быстро освоит данный дистрибутив, и он навсегда останется в сердце. Вот, собственно, я зачастую использую Ubuntu практически для всех своих задач. С файлового менеджера вы легко можете запустить терминал, почему бы и нет. То есть в любом месте, в любой категории, чтобы не переходить через терминал, зашли в папку, запустили, если кому нужно. Все очень удобно и хорошо работает. Самое главное, что Ubuntu работает довольно-таки быстро, стабильно. Имеет очень красивый интерфейс, дорогие друзья. Он интуитивно понятен. Имеется панель настроек. Там есть различные категории. И любой новичок сможет освоить и данную оболочку, и настроить под себя данный дистрибутив. А главное, все это работает быстро, понятно и стабильно. И повторюсь, прошли те времена, когда для Linux не хватало софта. Все здесь в порядке. И также, друзья, небольшой сюрприз. Первое место у нас вместе с Ubuntu делит Linux Mint 17. Это дистрибутив, один из самых популярных дистрибутивов Linux в мире. Он основан на той же Ubuntu, и не зря мы включили его в наш топ. Он также с Ubuntu наравне делит первое место. Здесь интерфейс чем-то похож на Windows. У нас здесь есть различные аплеты, да, которые можно всячески настраивать, добавлять, загружать с интернета. Есть горячие углы, пожалуйста, можно настраивать там отображение запущенных окон и так далее. Все работает быстро, плавно и с красивой анимацией. Громкость, меню громкости, пожалуйста. Все, что было сказано ранее. То есть все вот эти пиктограммки, они интерактивные, работают и несут дополнительные функции, так как виджеты, да. По сути, не так, как в Windows, там, допустим, громкость, только громкость. В Linux дистрибутиве ты зашел, ты можешь отредактировать громкость и быстро перейти в меню различных параметров. Здесь, ну, то есть, очень удобная среда. Это, ну, Linux Mint здесь у нас сейчас с оболочкой Cinnamon. Советую качать именно с данной оболочкой. Она максимально удобная и
проста в использовании, очень понятна, и все новички, скажем так, которые сталкиваются с данной оболочкой, они очень быстро ее осваивают, и множество людей, которых я такой-сякой плохой переманил с Windows на Linux, они очень рады, и, в общем, они не желают возвращаться на Windows с ее приколами. Linux Mint Cinnamon – это достойное решение для любых задач. Главное, работает быстро, стабильно и практически совсем никогда не глючит. Да, бывают мелкие какие-то нюансы, но любой компьютер иногда бывает немножко может притормозить. Вот, собственно, эти аплеты, да, то есть под различные нужды, все здесь есть, все очень здесь хорошо. Также мы можем добавить любые аплеты на нашу панель там с различными функциями, будь то там аплеты для NVIDIA, кстати, Linux Mint Cinnamon поддерживает, есть поддержка графических чипов с NVIDIA. Также мы можем видеть, что с интернета сразу с оболочки мы можем подгрузить различные аплеты для наших задач, чтобы закрепить на панели, то есть где, в какой операционной системе вы еще это видели. В общем, как-то так, дорогие друзья. В общем, на панели, классно по ней, можем, как вы видели, осуществлять разные настройки и действия. Перейдем к левой части панели. Да, здесь у нас расположены иконки, которые мы закрепляем для быстрого запуска приложений. И также у нас есть аналог меню «Пуск», к которому мы сейчас перейдем. Вот, собственно, слева у нас закрепленные наши favorites приложения, наши любимые приложения, которые мы используем чаще всего, и пиктограммки для выключения, завершения сеанса, либо блокировки вашего компьютера. Далее, все приложения, они расположены по категориям. Мы, ну, видим, да, навигация по категориям, и правее размещаются все, ну, отображаются все приложения, размещенные в данной категории. Все очень просто и удобно, есть поиск. Мы видим в Linux Mint максимальный пакет софта, есть даже вот графические редакторы, там типа GIMP, аналог Photoshop, все очень быстро и удобно. То есть Linux Mint хорош тем, что у него очень много нужного, самое главное, софта, без всякой рекламы, на любые случаи жизни, там и офисные пакеты, и различные проигрыватели. Также есть менеджер приложений, он, я считаю его самым удобным среди всех дистрибутивов. Среди всех дистрибутивов есть приложение, то есть можно искать по категориям, можно воспользоваться поиском, либо же перейти в вкладку «Избранное». Здесь множество популярных приложений, таких как и Skype, и Opera, и FileZilla, есть много-много всего, то есть весь софт, который вам может только понадобиться. Вам не нужен терминал, вы воспользовались данным приложением и скачали любой софт. Благо, вы можете здесь найти все, что душа пожелает. А также Linux Mint славится своей панелью. Здесь можете настраивать все, что угодно, и горячие углы, то есть поведение дистрибутива. В общем, очень много различных настроек, систему можно настроить всячески под себя. Там есть и различные настройки для тем, вот для работы с несколькими рабочими столами. Пожалуйста, настроили горячий угол, рабочие столы можно добавлять, удалять. И применяя различные темы, все эти действия, они немножко меняются. У вас меняется отображение рабочих столов. Применив тему, здесь у вас все перекрашивается. А самое главное, здесь все это дело нарисовано максимально красиво и просто. Оболочка имеет очень понятный и дружественный к пользователю интерфейс. Здесь все понятно и без лишних слов. Любой пользователь сможет воспользоваться данным дистрибутивом и, я думаю, будет доволен, потому что данная операционная система является очень стабильной и легкой в освоении. В общем, друзья, такой был мой топ. 5-е место Deepin,
четвертое место Zorin, на третьем месте Elementary OS, на втором Kubuntu и на первом Ubuntu с Linux Mint. Все эти дистрибутивы я рекомендую к установке. Они все максимально простые и дружественные к пользователю. Любой новичок сможет найти здесь для себя множество всего интересного. А самое главное, все это интересное, максимально понятное и удобное в использовании. Linux-дистрибутивы, я считаю, они уже созрели для того, чтобы стоять на каждом компьютере в каждом доме. В общем, дорогие друзья, ставим ролику лайк, обязательно подписываемся на мой YouTube-канал, вступаем в группу ВКонтакте, мой Twitter-аккаунт к вашим услугам. В общем, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Напишите свое мнение в комментариях, пожалуйста, какой дистрибутив для вас является самым удобным и самым простым. Надеюсь, моя работа не будет напрасной, и все больше и больше пользователей будут пользоваться этими замечательными дистрибутивами Linux. Все же они являются очень удобными, классными и простыми. А с вами был IT-навигатор. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!